더불어 계시는 여러분 누구세요? Мы с удовольствием сегодня представим для вас программу, которую вы услышите в исполнении профессора Джаз. У нас сегодня еще такое событие, что у нас сегодня есть еще один участник, замечательный альтист Константин Михайлович, это брат нашего контрабасиста. Нет, он говорит, что он не причем, на самом деле все правильно. Вот, это хороший джазовый музыкант, работает он в Санкт-Петербурге. Играет в джаз-филармонии. Вот. Так что нам повезло, но я думаю, что и вам тоже повезло. Сейчас он появится. А до этого я хочу сказать о том, что мы постараемся создать для вас хорошую атмосферу, сегодня поиграть от души. Я не буду каждый раз подходить и объяснять вам, что мы сейчас будем исполнять. И только в крайнем случае, если что-то потребуется. Но дело в том, что там такая джазовая классика, что вы, кто интересуется этой музыкой, те ее знают хорошо. Вы садитесь в поезд А, композитор Билли Стрейхан. Это визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона. Ну и мы, отдавая дань уважение и почтение к этому великому музыканту, тоже взяли его себе как за начало любого нашего концерта. Вы думаете, что я чего-то жду? Я жду Константина. Стою тут уже минут 10. Здравствуйте. Thank you.
приглашаю на сцену певицу Дашу Лейбрич. Она исполнит для вас две песни. Это будет «Hello, Dolly» и «Lullaby of the Moon». Thank you.
приглашаю Василису Паринкину. Мы начнем свою четвертую с песни Джорджа Гершвина «Я чувствую ритм» или «Я ощущаю». Days can be sunny with never a sign. Don't need what money can buy. Bird in the trees think the day full of song. Why shouldn't we sing alone? I'm cheaper all the day, happy with my luck. Now do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got love that wouldn't fall any more. I got things in the investors, I got love that wouldn't fall any more. All the trouble, I don't mind you. You won't find you around my door. I got some light.